Вчера я был поражен голосами диаспоры. Чтобы вы знали, что вот у меня сводка по всем избирательным участкам в России. Значит, в России, несмотря на то, что Дадон кричит о том, что он там самый пророссийский, несмотря на официальную поддержку Москвы, значит, 17 избирательных участков Российской Федерации, несмотря на пропаганду Дадона, что усатый с унионистами объединился, чтобы не было участков в России, всякую другую ложь, грязь и пропаганду, я победил в Российской Федерации, и суммарно на всех участках я набрал больше Дадона. Даже там, где были подвозы в Курске и некоторых других населенных пунктах, значит, Дадон где выиграл, ну потому что туда привезли людей. Но где не было подвоза, например, Москва, там участок номер 323, значит, 487 усатый, 430 Дадон. Значит, Одинцово, 371 усатый, 107 Дадон. То есть суммарно взять на всех избирательных участках в России я победил. Огромное спасибо нашей диаспоре, всем тем, кто находится в России.